Я искренне хотел бы сказать, что для меня всегда большая радость участвовать в этой церемонии. Церемонию всегда отличала, может быть, самая главная черта. Действительно, в этом зале собирались и чествовали лучших из лучших. Поэтому я, прежде всего, поздравляю с наградой всех лауреатов. Несмотря ни на какие кризисы, несмотря ни на какие финансовые проблемы, не сомневайтесь, государство, все в государстве, и президент, и правительство, и, естественно, министерство, вообще все, кто отвечает за эту сферу, будут делать все, чтобы наше здравоохранение было современным, сильным, высокоэффективным, но чтобы врачи и все медицинские работники чувствовали себя полноценными гражданами нашей великой страны. С профессиональным праздником вас! Спасибо вам за все! Дорогие друзья, еще 4 года назад мы делали 70 тысяч высокотехнологичных операций, а на следующий год 750 тысяч. И то, что мы прошли программу модернизации здравоохранения, привело к тому, что очень много врачей сегодня работает действительно по новым технологиям, работает с азартом и увлечением, появляются новые школы, появляются новые методы лечения. И это продолжает старинную традицию хорошей, добротной, креативной русской медицинской школы. За создание метода лечения награждается группа ожоговых хирургов под руководством доктора Богданова, Кубанская краевая клиническая больница, город Краснодар. Здравствуйте. Самире год и 9 месяцев. С ней произошло 3 уникальных случая. Во-первых, впервые в мире ребенку такого возраста была увеличена трахея. Вторая уникальная операция в том, что впервые в мире ребенку такого возраста было проведено насыщение кровью, кислородом крови вне организма. Экстракорпоральная оксигенация. И третье, то, что Самира встретилась с уникальными врачами. Должен вам сказать, что испытываю сегодня какое-то волнение. Я на протяжении 4 десятилетий выходил на эту сцену, и никогда мне не доводилось присутствовать при таком форуме людей, от которых просто зависит все мое будущее. Номинация. За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека. Награждается бригада врачей-хирургов под руководством доктора Зефирова. Республиканская клиническая больница, Татарстан.